Что с этим можно? Постановление 13 декабря 2016 года Жилин должен рассмотреть ходатайство следователя об избрании мер пресечения в заключении по страже в отношении Артебекина Андрея Николаевича. Подозреваемого в совершении преступления предусмотрено часть 4 159 УК РФ установил. Органы предварительного следствия подозревают Артебекина в мошенничестве. Совершена группа лиц по предъявленному сговору особо крупном размере с причиной ущерба муниципальному образованию в размере 1 761 140 рублей. 26 сентября 2016 года по данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с статьей 91 УК РФ. По подозрению в совершении данного преступления Артебекин задержан 11 октября 2016 года в 17:30 на том основании, что очевидцы прямо указали на него как на лицо, совершившее преступление. Обоснованность подозрения подтверждается представленными следователем материалом, в том числе выписками из Росреестра, подтверждающими переход права собственности на объект недвижимости из муниципальной собственности к физическому лицу, показаниями свидетеля Гурского Золотухина, указавшего, что смена собственника произошла в результате действий Артебекина. Судья в услышании сторон находит ходатайство следователя, подлежащему удовлетворению по следующим основаниям. Из представленных материалов смотрится, что Артебекин подозревается в совершении преступления, относящегося к категории тяжких, за которые предусмотрено наказание только в виде лишения свободы на длительный срок, имеющего высокую общественную опасность, поскольку связан с на интересы муниципальной службы и подрыв авторитета органов местного самоуправления. Как следует из обстоятельств дела, преступление, в котором подозревается Артебекин, совершено с использованием им служебного положения главы администрации города Боготола. От занимаемой должности в настоящее время он не отстранен. Большинство свидетелей, которых предстоит допросить органы следствия, являются сотрудниками администрации города Боготола, то есть лицами, находящимися от него в служебной зависимости. Артебекин осведомлен об их местонахождении, лично с ними знаком. Указанные обстоятельства, а также характер инкриминируемого деяния, совершенного в составе группы лиц, позволяют признать убедительными доводы следователя о том, что находясь в свободе, подозреваемый получит реальную возможность повлиять на лиц, принимавших участие в разоблачении его преступной деятельности, изменив тем самым ход следствия и создав препятствия для осуществления уголовно-процессуальной деятельности по делу. Одним из оснований так полагать являются показания участников группы подозреваемых Гурского Золотухина, из анализа которых следует, что они прямо уличают Артебекина в совершении преступления, а также указывают, что последний через Гурского давал указание Золотухина о даче заведомо ложных показаний, лично предлагая недостоверную версию событий, называя лиц, на которых нужно указать в случае допросов и опознания их, а также просил Гурского найти лжесвидетеля по делу. Свидетели Гаврилова и Бабушкина подтвердили, что дали ложное показание следователю на допросах по просьбе Гурского. Помимо этого, находясь в свободе, подозреваемый, используя авторитет занимаемой должности главы органа местного самоуправления, вновь получит реальную возможность совершать действия мошеннического характера, используя эту деятельность как источник дохода. Указанные обстоятельства не дают суду основания исключить возможность того, что находясь в свободе, Артебекин под тяжестью уголовной ответственности может скрыться от органов следствия суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, оказать воздействие на участников уголовного до производства или иным способом препятствовать своевременному всестороннему полному исследованию обстоятельств дела.
Органам следствия представлено соответствующие требования закона ходатайства, процессуальный порядок обращения в суд соблюден. Обстоятельств, препятствующих содержанию Артебякина в условиях следственного изолятора, не установлено. Данных о том, что Артебякин по состоянию здоровья не может содержаться под стражей, материале не имеется и сторону защиты не представлено. Вопросы оказания медицинской помощи лицам, содержащимся под стражей в случае невиновности, разрешаются в соответствии с действующим законодательством. Доводы стороны защиты о невиновности Артебякина в совершении преступления и его оговоре не могут быть предметом рассмотрения при решении вопроса о мере пресечения, поскольку фактически обстоятельства дела в данном случае не исследуются, и суд не вправе проверять и оценивать обстоятельства и квалификацию подлежащего доказыванию подозрения. Представленным материалом подтверждаются данные об имевшем месте событий преступления и достаточно оснований полагать о причастности Артебякина к совершению преступления. Наличие места жительства больной матери, отсутствие судимости, принятые судом во внимание, оценены как неопровергающие необходимость собрания данного меры пресечения, поскольку указанные обстоятельства не могут быть определяющими при решении вопроса о мере пресечения. Доводы Артебякина о том, что он обязуется не скрываться, сотрудничать со следствием, относятся к числу формальных заверений и поэтому судом во внимание не принимаются. Ходатайство защитника об избрании домашнего ареста удовлетворения не подлежит, поскольку данное мера пресечения не может гарантировать того, что подозреваемый не скроется от следствия и не помешает установлению истины по делу. На основании изложенного суд постановил избрать подозреваемого Артебякина Андрея Николаевича меру пресечения в виде заключения по стражу на срок 2 месяца, то есть до 10 декабря 2016 года включительно, содержать в СИЗО 1 города Красноярска. Постановление может быть обжаловано в течение 3 суток со дня его вынесения. Судья, подпись. Понятно? Суд постановления. Судебное заседание является закрытым.